Всем привет, с вами я, Супчик19К. Это мое новое видео по чикенгану. В этом видео я нашел очень интересный баг. То есть, как животные едят в холодильнике. Блин, странно это звучит, животные едят в холодильнике. Ну короче, в ролике я это все покажу вам. Только попробуй за 3 секунды взять, подписаться на канал, поставить лайк. Сделал красавчик, давайте добьем 100 тысяч. Ну а мы погнали к ролику. Короче, нам просто очень легко сделать, мы должны засунуть в холодильник, например, вот такого кактуса, можно любого моба, какой подойдет. Короче, берем, ставим, ну, кидаем в холодильник, и этот моб просто летит в воздухе. И теперь я, короче, хочу проверить с другими мобами. Ой, блин, он вылетел с этого холодильника. Махаться будешь? Ай, блин! Бам, блин. Так, заспавни холодильник. Дальше спавним Хагиваги. Надо его попытаться как-то с первого раза загнать. Так, ну что ж. И дальше надо закрыть, попробовать аккуратнее, чтобы он не вылез еще. Так, закрывай. Ой, блин, как его закрыть? Так, попробую сейчас. Блин, с третьей попытки. Ой, имба. Ну, короче, вы поняли. Вот так закрыли Хагиваги в холодильнике. И теперь он как ракета с турбиной. И летит вообще куда-то непонятно куда. Ё-моё, уже поетел он. Так, ну что ж, подбежается Цей. Ай, Хагиваги сбил меня в поёте. Ё-моё, это что теперь получается? Воздушные Хагиваги? Так, если что, давайте последний раз какого-то моба попробуем в холодильник засунуть. Так, ну надо попытаться, но он как-то... Ой, блин! Вот такое короткое видео у меня получилось и чуть-чуть, конечно же, смешное. Думаю, ты поможешь мне добить цей 100 тысяч подписчиков. Ну а с вами был я, Супчик19К. Всем спасибо, всем пока!